Так, здравствуйте, дорогие друзья! С вами Казуку Фэмили. И если вы видите данное на экране, то мы продолжаем проходить игру Roach Trooper. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, а мы начинаем. Забывайте про лайки. Вот, не забывайте про репосты, а мы продолжаем скрывать хвосты, да? Так. В общем, играем. В прошлый раз у меня вылетел стрим, и поэтому мы по новой начинаем всем ебать мозги. Блять. No, oh no, oh no, oh no, 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 no. Так, подожди. Хупа. Прости, братан, но ты не вписываешься. И ты тоже. Задание Congratulations. Так, стоп. Sector clear. Что-то их там дохерища. Да, что-то их там много, да. Так. А что тут? Оловянная база солдафонов? Вот! Fire, fire! Расслабляемся. И получаем... Удовольствие. Что? А что происходит? Можно сказать? Можно спросить? Да я-то без проблем. Нет, а чё? One of your comrades coming to rescue you? A pity you won't be alive when he gets here. You genetic infantrymen are supposed to be immune to every type of poison. Let us see how true that is. Короче, нас ждет кирдычок. О, подожди. What the fire, motherfucker? Ничего не понимаю, но очень интересно и, как сказать. Тут никого нет, мужики, вам кажется. Так, стоп, подожди. Значит, наверх куда-то туда? Или куды? Подожди. Не сюды? Так, ладно, провел. Чего? В смысле? А, это спрятаться. Так, подожди. А куда? Вот тут вроде бы карты нету, но это я вам говорю, кому ж мне еще говорить. Но запутаться, сука, можно. Трупы. Ох, как он встал. Оу, май гад. Ребят, вы посмотрите, в какую позу он встал. Если бы это была женщина... Ну да ладно. Так. Так. Одну херобору мы взорвали, да? А где вторая? Куда нам подниматься вообще? А, вот куда.
Нихера себе. Look at the guns on that ship. Look at the number of Norts. Grab that machine gun. Так, используйте пулеметы. Да без проблем. Подожди. Устрой, дестрой, порядок, это отстой. Устрой, дестрой, порядок, это отстой. Устрой, дестрой. Оказавшись. Настрой, устрой. Ну. Путю-путю-путю-путю. Покажите, суки. Путю-путю-путю-путю. Сработало, да. Ты не бойся, не проси. Если надо, за жопу укуси. Что-то там эта баба тарахтит. Кстати, это единственная игра, где... Что такое? О-хо-хо. Валим, 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 валим. Ой. Серьезно? С пулеметом мы завалили. Ха-ха-ха-ха-ха. Неудачники! А я вас с пулемета загасил. Придурки. Херовы. Пулемет творит чудеса, если бы можно было бы еще этот пулемет. Да что ты там водкаешь? Эй, пусть не доделает, где? О! За него прям дали побольше баблишка-то. Тик, тик, гранатин. Фюрер, гранатин. Ты уже хромаешь настройки начальники, да? О-о-о-о-о. А я вот так могу. Опа. Чё, не ожидал? Жопа ты. С ручкой дырявая, да? Так. Опа. Опа. Хопа, назад, хопа. Веселая жопа, да. Хороший выстрел, согласен. Поехали. Так, хопа. Хопа, туда еще не идем, но враги уже есть. А значит, туда не нужно лезть пока что. Да, подожди. Да, понятно, у нас все линейно в этой игре, ну да ладно, да? Хопа. Хопа, хопа. Вот так пронискиваемся. Еще один. Да твою же мать. Так, подожди, а что он там говорил? Заглушающе. Так, а что дальше-то? Хопа. И еще один готов. И что, нам сюда? Ага. А эта сука нас запалила нахер. Ha!
Hurry up, Rogue! He's dying! Some kind of toxin. One we're not even immune to. Where'd the Nords get it from? Good question, Rogue. I didn't give her anything. Just like we were trained. Take it easy. We'll take care of it. Team again. What now, Rogue? Now we find out who was responsible for the massacre at the Quartz Zone. Rogue, that Nort, before she started torturing me, she mentioned a name. Be alert, Southers. One of the genetic infantrymen, the last reported survivor of the Quartz Zone massacre, has gone renegade, refusing to obey orders to return to Millicom. This cannot stand. He's a deserter and must be treated as such. Learn this face well. If you encounter him, approach him with extreme caution. Alert the military authorities, and let military justice deal with this dangerous renegade. The rogue trooper. I want him found. Что это за хер? Ха. Интересный поворот. О. Красиво, красиво. Некрасиво. Охрана. Ого. Тут уже какие-то... А, снайпера. Ага. Снайпера — это нехорошо, нехорошо, но что поделать? You sure you can do this, Helm? No problem. You get me in there, hack me into their communication set, and I'll pull everything I can on Grand Admiral Hoffa. Так, он может открывать. Дробовик. Так, стабилизатор, значит. Блин. А на ZX же ж у нас ничего не стоит, правильно? Я хочу поменять управление в плане увеличения. Так, сейчас. Ага. Ага. Так, теперь работает? Отлично, работает как... How are you finding being a biochip? Better than that poison. Опа. У нас наверху тут приколюха. Так, ладненько. Опа. Оп. Да давай, забирайся, Роуч. Так, хопа. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я слышу, блин. Блять, быстрей. Да, блять, давай. А кто палит? А, эти сраные, блять, пушки на макушке, да? Бля, а как их... Подожди, а как их это...
повлечь за собой, подожди. Опа, там снайпер, вижу, подожди-ка. Да, где он, сука? Я ж его видел, этого снайпера. Подожди. Пошел ты в баню. Иди попарься. Так, подожди. Там же снайпер. Так. Не снайпер, а... Готово. Да ладно. А, не, взорвался, черт. Так, подожди, а какие мне... Магнитные, это как? Воу-воу-воу-воу-воу! Подожди, а что значит... Твою мать, а чё он так недалеко бросает-то? Ну, бросай! В смысле? Ты чё, дебил? Ну? Да ну нахер! Подожди, а... Короче. Да, блядь. Да какого хера этот живучий, сука? Блин, ну эти пулеметы это дебилизм просто какой-то. Так, подожди. А кто палит? Собираем кучки. Я знаю, что есть еще редукс версия, но она у меня это. На моем ведре не пойдет. Поэтому мы проходим. Так, подожди, а как нам. Твою мать! А нельзя было сказать, что можно просто это. Перепрыгнуть и все нахер это место. Просто как бы у меня еще нагрузка идет на это. На трансляцию, поэтому. Чё, внизу что-то есть? Чё, блядь? А, вот эта херня нездоровая, да? Подожди, а чё, там внизу что-то есть? Ух ты ж, блядь. А я чуть не упал. Подожди, а как его? Никак. Эта херобора все равно начинает это, да? Взрываться, да? Так, подожди, а мне нужно было вниз топать или это... А, это не вниз. Вау. Все-таки виды тут просто заоблачные такие, знаете, ребят. Красивые. Так. Вообще, эта игра была эксклюзивно на PS2. Поэтому у нее такая графика примитивная. Но сама игра интересная. Тут вроде бы обычный шутан, но есть свой сюжет и свои эти... Ну, как сказать? Преимущества, что ли? Так, подожди. Ага. Опа. 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 Я помню, где-то тут убил чувака. Стоп, это что такое? Так. Трофей. Нет, чувака больше тут нету. Ты будешь вверх подниматься, нет? Так. Чего? Это что за звук был-то? Подожди. А! Нихрена себе, те...
дальние что-то подозревают. А где эти твари? Минус один. Это понятно, но там же еще где-то лазил, сука. И где он? Пулеметчика я снял, но там же не один, сука, был. Я ж не ошибаюсь, или один? У меня такое чувство, что там не одна тварь была. Да, ну ладно. Так. Чего? Чувак, тебе кажется, сдохни. Чего, блядь? Пападос, пападос, мама. Папа, не спасут. Подожди, слушай, я что-то забыл, что ли? Да знаю я, подожди, давай. Бля, я субтитры ни хера не читаю. Ну, короче, ребятам не повезло, да. Ребята хотели как лучше, но получилось как всегда. Так, подожди. Я же надеюсь, больше не прилетит голубой вертолетик и бесплатно не покажет кино, да? Так. Так. Я не знаю, почему-то некоторые считают, что ну, старые игры неинтересные. Но вы посмотрите на эту игру, она вроде как устаревшая, да? Но на нее же этот выходил. Redux. Кстати, надо потом знакомым стримерам посоветовать эту игрульку. Я что, играл в оригинал? Вот. Тут даже дело не в графе, а дело в игровой процесс затягивает. Давай. Зато мы, смотрите, какие бишь. Стоп. Опять, блядь. Вторая партия скинхедов. Ну. Ребятушки, как я заколебался вас. О, смотрите, какой крутой матч. Да-да-да, я тебя заберу. Не беспокойся. Они там между собой болтают эти чипы. Забавно довольно-таки. Так, сейчас я это... Заберу, короче, очки от ребят. Ребята, не исчезайте пока что. Раз... 2, 3, 4. Забавно только то, что в этой игре трупы пропадают. Но это, знаете, движок на PS2, когда был. Там всегда, в принципе, ну, это был естественный процесс движка. Но все равно игра симпатичная, даже для 6-го года вполне. Мне нравится, что. Я от игры кайфую. Так, а главное удовольствие от игры получать. Так, погнали, что ли, да? Чекпоинт, так. Ну, понятно, все как обычно. Взорвать, уничтожить. Снайперов. Южная сволочь. Снайпер! Так, я так понимаю. Ага. Нам нужно, короче, отвлечь, да? Приманка, как? Так, подожди, это громко свистеть. А... Подожди, а как теперь нам... That refueler on the landing pad should be easy to blow up. We should shut it down. Да я-то понял, что топливный бак-то там. Воу, там пулеметчик. А нам туда нужно? Там еще какая-то база есть. Твою же... Да я знаю. Чувак, ты там что,
яйца чесал, он так... Да я не про тебя. Так. Он на месте застыл. Ну, понятное дело, что, видимо, это... Может быть, движок игры лаганул. Было забавно. Иногда даже смешно. Давай. Валим. Бабах! Ну? Ты нам бабах покажешь, нет? Вы идиоты! Ля-ля-ля, они приземлиться не могут. Или это... Или это то? Так, подожди, а как нам очки собрать? Подожди. Хопа! Так, ладно, пока на пестик поменяю. Где враги? Да я как бы учусь целиться, это вам что-то там, ребята, не устраивает. Ля-ля-ля, те спалили, прикиньте. А ну подожди. Те спалили, походу. Пау. Пау. Так, подожди, а... Твою мать. Подожди, а как? Заглушающая, наверное, Эми, да? Хер тебе! Блять! Еще б чуть-чуть и не успел. Пока! С первого раза получилось. Мы прям красавчики. Так. Раз. И чё, всё? Бля, даже пулеметчиков никаких нету. Ебать вы лошары. Так, сейчас, подожди. Тут эти. Патронтасы. Точнее, не патронтасы, но трофеи. Ну да ладно. Так. А чё, куда нам? Обратно? Вопрос, а нафига мы тут этого робота валили? Может, типа, не зря? Очень надеюсь, что не зря. Чё это за робо-девайсис? А чё, нам сюда, типа? А там чё наверху? Там же наверху что-то было. Или мне кажется? У тебя есть два пути, выбирай, куда идти. Блять, серьезно, прям рифму. У тебя есть два пути, выбирай, куда идти. Если хочешь, уходи. О, нихера себе, я перепрыгнул. Ебать, я Рэмбо. Так, подожди. А, это снайпер, я думаю, что там за еб... Ладно. Я буду молчать. И своим ртом на всякие шуточки не величать, да? Ну ладно, суть не в этом. Суть в том... Опа! Они не удостоверились перевести. К сожалению. Опа! Опа, опа! Чё-чё? Что-то там сказал, что-то там ляпнул. Пока. Позицион? Чья позицион? Моя позицион или твоя позицион? Так, подожди. Воу-воу-воу, больно. Пока. Пока. Приятно было познакомиться. Не хотели бы потусоваться с нами. А, так ты сказал... Ты наверху был, сволочь. Так, где-то внизу. Хопа. А внизу это где? Чё за... Это чё за... Чё за глюки? Подожди. Внизу? Ещё внизу? А если я не могу найти... Ну, типа... В какой стороне? Еще выше или ниже? База какая-то.
Блин, это понятно. Ну ладно. Че так быстро взламываешь? Ну давай. А, это мы проход открыли. Hold position. Я очень серьезный убивака вас. Так, подожди. Воу. Да ладно, ты среагировал, что с твоим дружищем произошло, да? Ну, походу, твой дружище больше не дружище. Твой дружище теперь... Я не пойму, а где этот... Вот этот? Я не могу понять. Он показывает, что где-то внизу, вот здесь. Но... Я не могу туда попасть. Значит, либо с другой стороны... Либо насрать на это все дерьмо. Так, подожди. Хопа. И куда? Подожди. Да. Ёпарасоте. Ребят, ну что вы творите, блядь? Подожди. Ну. И где еще там остальные черти? Grenade. В смысле? Все? Ого! У тебя еще и дрободан был, сука. Есть единственная мотивация с трупов подбирать очки. Единственный плюс похищения этих ресурсов. Да подожди, не, там уже все собрано. Так. 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 Наверху, в смысле? А, так подожди, это где-то... Где-то там. Чего? Дырка? Хм. Чего? Я не знаю, правда, кто эту гранату кинул. Что за сволочь гранату кинула? Да сдохни! Нихуя их там. Кого? О, снайпер. Был снайпер. Еще один. Блять. Куда угодно, просто возьми и заберись. А, так вот где, блять, эта херня, да, была, которую мы долго искали. Чё за... Чё там за херня? Воу. Был пацан и нет пацана, да? Это вот эта зенитная херня. Пока нахер. А откуда они летят, блядь, совсем вообще эта херня? Чё за... Чё это за херня вообще, а? Летает в воздухе, блядь. Чё-то я вообще нихера не понимаю. Опа.
Ну и прячешься ты от этой хероборы, допустим, и чё? Это вообще что-то дает? Кто там? Как эту херню вообще деактивировать? Ёб твою мать. Я вообще не знаю, как эти бомбочки убирать. Чё за... Я не знаю, какой-то косой еблан кидал эту. Так, ну это понятно, что враги отмечены, все такое. Что за херобора там летает, да? Непонятно. О, там приколюха лежит. Или где? Ну да, приколюха. Интересно, а кто нам дырку тут приоткрыл? That base has to be in contact with Nord High Command. Maybe some information on Grand Admiral Hoffa there for you, Helm. Should be. There are animals in that stockade ahead. We could use them as a distraction. Ага, снайпера вижу. Great shot. Точнее, это даже не снайпер, а пулеметчики. Воу. Ты посмотри. Он бежит к пулемету, что ли? Серьезно? Это черт к пулемету бежал. Я манал. Насколько для 6-го года умные эти противники. Ну, для 6-го года, если считать, что, как сказать, игра пытается быть умной, для 6-го года это прям мощно. Так, подожди, а куда это ведет? Чё это за... А чё, они злые, что ли, или чё? There they are. Scammels. How are they gonna help us? They hate small places. We just need to let them out. Это понятно, что их можно выпустить. Это, конечно, будет забавно, прикольно, но, блин... Может, уже ж поздно их выпускать, или как? Та ёпор СТ, подожди. А куда нам... Подожди, а куда нам топать? А. Подожди, забраться-то можно. Чего? Но они ж не нападут на меня, я надеюсь. Подожди, их так освободить можно, что ли? Подожди. А чё я их освободить не могу, алё? А. Выход открыт. Поехали, пацаны. А нет, гляньте, кто-то остался, смотрите. Гляньте, они прям всех завалили. Ну чё, пацаны, молодцы. Только пацаны-то не станут нас трогать, нет? Да вроде нормальные такие пацаны. Не, если их не трогаешь, они, видите, безопасны, ребят. Оу. Это типа наподобие этих динозавриков.
Прикольные, кстати. Динозаврики. Ну, типа, они отмечаются как враги, но они не трогают, они не нападают. Если сам не нападаешь, они просто вот ходят, что-то там бродят. Хотя они, конечно, и отмечены как враги, ну нафиг. Здорово. Как дела? Они не трогают, прикольные. Они наподобие динозавров. Ну, прикольно, кстати, то, что живность тут довольно реалистичная. Так, ну почему-то нам показано, что нам не сюда. Почему-то. Ладненько, не сюда, так не сюда, окей. Так, подожди-ка. Ты назад решил вернуться? Ну иди. Прошу. Конечно, там у тебя хавчик. Кто против? Против хавчика ничего против никто не имеет. Так, подожди, а почему? Чё? Кто это? Я что-то не понял, а кто стреляет? Так, а вопрос, а почему нам назад надо идти? Твою мать, подожди. Зачем нам идти назад? Чё за прикол? Мы находим... Стоп. Ну вот. Это точка... Точка. Но в нее же как-то надо попасть. А почему, кстати, с этой стороны... Вот почему, кстати, с этой стороны, когда идешь, а мы тут были, тут ничего, вроде как, подожди, или тут проход есть куда-то, тут же прохода не было, тут, я бы сказал, да не стану, подожди, он же не допрыгивает. Или допрыгивай, подожди. Стоп. А ну-ка. Нет? Подожди. Не допрыгиваешь? Вообще никак? Идти, твою мать, а? А куда? Чего? Ты ж не хочешь сказать, что... Серьезно? Стоп, ну тут же не одна эта летающая херня была. Или одна? Да. Я ни хера не понимаю. Вот иногда играешь в игру и думаешь, а что тебе делать? Ну а тебе нечего делать. Тебе просто нужно смириться и страдать, да? Смирись и страдай, сын мой, мать твою. Подожди, а... Может имеется в виду... Сюда никак? Бляха, муха. А куда? Ты играешь и думаешь, что тебе делать, да? Подожди, а может реально через ящики эти херачить? Кстати, а почему раньше я об этих ящиках не подумал, а? Ну я ж не дебил, а? Да, какая-то херня. Да, твою же мать! Да сдохни, мразь. Так. А что я могу сделать? Ну сбивай ты какую-нибудь херню, а? Он будет по второму заходу идти или нет? Понятно. Мы даже ничего нахер сбить не можем, потому что мы лохи. Ну ладно. Погнали, чё. Нихера себе, это такая долгая будет это? Ну, я так и думал, а. Так, твою.
один готов. Их три? Вы серьезно? Твою етить, колотить. Давай. Третий будет? Или нет? Или уже все? Congratulations. Подожди. Как я и думал. Picked up, he's scheduled to have a meeting there in 3 days' time. Ну вот мы, получается, и прошли уровень. Сейчас, ребятки, я подойду, секундочку. Так, ну продолжаем тогда, да? О, а я эту бесилку убью. Получается, здесь будет этот херкулу-босс, да? Быстро мы до этого, походу, уровня дошли, походу, да. Так. Like our Grand Admiral doesn't want his meeting to be disturbed. Wonder who he's expecting. Not us, that's for sure. Come on, guys. Let's go pay our respects. We're near the base of operations now. Grand Admiral Hoffer is close by. The data mentioned a cathedral. Да, это довольно мрачный уровень. Getting strange signals from that Nort's equipment. Who's that?
А, эти сволочи блокируют эти. Блять, не успел. Да сдохни, сука! Где эта тварь обитает? Чего, блядь? Ты чё, снова завис? Подожди. Где тут враги? И все. Очень странно. Во, блядь. Я с трупов очки собираю, идите в жопу. Мешают мне с трупиков собирать эти таланты. Вообще игра очень такая крутая. Мне нравится. Что-то в ней в атмосфере есть. Да. Только чувствительность тут, конечно. Что? Подожди. Они типа меня спалили? А где они? А где еще? Откуда вы вылезли? Мне интересно, как они путь сократили. Довольно быстро. Вау. Места прям офигенные, прям офигенные, офигенные. Так. А где еще один труп был? Или он уже все, исчез? Это тут ворота открывать? Ага, бензобак, понятно. Можно было взорвать к чертовой матери машину, да? Давай, хакируй. Чего? О. О, это даже немного сработало. А где еще один? Черт. Забирай, чё. А, я пропустил обучение. Что-то там про миномет туда-сюда. Я всех чертей убил, нет? Вроде бы всех. Ага. Так. Воу. Откуда херня бьет? Твою мать. Подожди, а откуда снайпер? Воу.
Да бляха, муха, ёб твою мать. Стабилизируй. А где еще один? Ух-ух-ух-ух. Сейчас, подождите, ребята, у меня нога зачесалась. Так, подожди. Внизу? А-а-а, это эти ссаные ловушки, что ли? Ебать их там. Я не знаю, как они реально деактивируются, эти ловушки, не пойму. Ага, внизу там приколюха. Ага. А если, допустим, я кину в нее... И чё? Серьезно? Их можно просто взорвать? Серьезно, в них не надо стрелять, а просто взорвать? Блять, вы серьезно? О. Или... Блин, удобно. Блин, это бы реально упростило задачу. Твою мать. А не пошел ли бы ты в одно место, тварь? Вот? Кто вот? Оу, подожди. Stop showing off. Подожди. А вот как они, значит, умирают, да? Ага. Подожди, ты серьезно хочешь сказать, что мы так сократим? Твою мать, я походу промахнулся. Ну твою мать, хули ты не дал? Да поднимись ты, блядь, наверх. Ты серьезно? Это враги или чё? Гля-гля-ля, эти крысы убегают. Серьезно? Пока. Полетел Гагарин. Но не Юрий. Пам-пам-пам, па-па-пам-пам. Шутка дня. Шутка дня, дружище, но не для тебя, да? Ну да ладно. Можно жить, людей крошить. Не Гагарин их мочить, да. Ладно. Ничего такого, это была лишь это... Абстракция. Так, подожди. Ребятки, ловите. Сюрприз, мазафака. Где ты там гранату увидел? Чего? Какой хер это сделал? Вот этот? Твою мать. Тихо. Стабилизируйся. Ах ты сука. Это этот черт делает, блядь. Сука, в смысле, блядь? What the hell, блядь? Уже херов крутилку делает, а?
Охереть, блядь, просто. А, так это надо сделать. Там, то, что там отмечено, это прям обязательно. А, так еще 3 штуки, ё-моё. Вот это да, вот это поворот. Блять, валим, 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 валим. Горите, суки. Сукины дети, а. Блять, я понял, как бы граната, да? Твою мать. Лишь бы себе задницу не подпалить. Так. Ну. Где там вторая штука? Дрюка. Чего? А, так это чекпоинт, твою мать. Ёб твою мать. А этот подозревает, что ли? Бля, музыка сейчас была как из Far Cry, первого, отвечаю. Твою мать. А как этого... Бать, два робота или сколько? Давай. Быстрее, 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 быстрее. Вроде один готов. Ж один готов, там он два. Бля, я не могу понять, один или два. Да я понял, блядь. Подожди. Какая музыка, блядь, напрягающая. Твою мать. О, еще один робот. Твоите, твою мать. Да, сука, дай мне в тебя стрельнуть, мразь. Ага, блядь. Сука, блядь. Блядь, ебаное качание. Как я ненавижу качание. Ну. Давай, блядь. Ну все, минус 2 робота. А когда ты, мразь, сдохнешь, а? Так, подожди, а там один был или два? Ага, опять взлом, да? О! Вот это у них верхушка айсберга. Подожди. Бля, реально музыка как из первого Far Cry, ребят, отвечаю. Чего? Какой-то бар. Бля, музыка реально очень сильно Far Cry напоминает. Кто в первый Far Cry играл, тот помнит музыку из Far Cry. Прям реально. Очень сильно мотивы напоминают. Не все, конечно, но... Вот, вот это. Как на острове прям. Как-нибудь хочу Far Cry 1 пройти. Для канала. И все? Так быстро? Один враг или два врага? Твою мать, валите нахер! Сзади. Ну, вали ты его, ну.
Заболел, нет? Блядь, он возле машины, подожди. В смысле, блядь, а где враг был? Ты где, сука? Ты же там был. Я не пойму, он свалил или он убежал? Откуда вообще враги появились? Бар-лисичка, серьезно? Серьезно, бар-лисичка? Прикольно, фокс-бар. Nice to... XXX, Live Show Girls, Bear. И никого там нету, да? Ребятки, синяя любовь? Серьезно, Blue Love? Нифига себе. Прикол. Кто там? Ничего там нету, ребят. Стоп, что за... Да... Да пошел ты в жопу, черт. Бля, откуда они берутся, а? Пока. Пока. Чего? Ты что, косил? Реально? Ты столько времени, блядь, косил? Главный герой, что ты меня разочаровываешь? Это просто реально... На грани моего понимания. Мы же снайпера-то сняли, нет? Ага. Пока. Подожди, а там еще. Воу! Твою мать! Куда ты? Ладно, примерно можно было бы так. Сейчас, подожди. Твою мать, а че нет? Неудобном для меня положении. Твою мать, ну чё ты хули ты косишь? Блядь. Да умрите, а! Фига тут врагов, мать твою. И очков тоже дохерища. Трупы, трупы, кругом трупы, мать твою, трупы, трупы. Зато прикольно. Так, подожди-ка. А почему я не могу обойти с этой стороны? Или могу? Могу же? О, еще один труп. Я его... Да, не могу, понятно. Снова буду... Тихо, подожди-ка. Он не мог понять, откуда я, но теперь это. Ему поздно теперь что-то понимать, да. Так, подожди-ка. Ага. Ага. Что, кто там ходит? Он пытается стрелять, блядь. Ты такой смелый. Смелым покоряются моря, но ты не капитан, да? Ох, нихера ты фокусник. Тебе тоже фокусы показали? Да. Хера, где ты такой живущий попался, а? 116-й. Что там так палит? Ах ты, сука! Опа-на! Нифига тут движуха! Ага. А этот получается аж с ракетницей. Где этот... Где этот хер ходит? Да...
нифига я себе его в прыжке уничтожил. Где этот ёбаный, который мне интерфейс снимает, пидор? Он был, нет? Бля, тут еще и босс. Нихера он не молокосос, блядь. Да, подожди, а... Блядь, пиздец. Блядь, ты серьёзно? Чё, я ни в кого не попал? Твою мать. А как мне с этой хуйней сражаться? Подожди. Заглушающая? Ёб твою мать. Ну? И чё? Блядь. Да сдохни ты, мразь. Подожди, там два пулемета по этим штукам. Блять. Я, короче, понял, походу, как эту тварь мочить. Подожди, а почему только... Серьезно, он сложился? Он сложился или нет? Да, он сложился. Он сложился и в хозяйстве пригодился, да? Это, то есть, получается, мы где-то там продвинулись, да? Хопа. Бля, ну места красивые, реально. Места тут места. Я думаю, что в редуксе это еще красивее. Так. Бля, места реально красивые. Ну, это какая-то... Не знаю даже, что сказать, что это. Сколько там? Сейчас, секунду. Ага, понятно. Угу. Ну, как раз мы прошли. Congratulations, my friend. Thanks to the information you provided, the massacre of the GIs in the court zone has been almost a 100% success. Your praise is appreciated, Grand Admiral Hoffer, as is your fine Norland brandy. But what I really want from you is the payment I was promised. Full payment will be received once we can confirm that all the GIs have been eliminated. According to some reports, it's possible at least one of them may have survived. What's happening? Seal the building! What's happening? Answer me! Your men are dead, Admiral, and I'm afraid our arrangement has changed. What are you talking about? I can't allow that my identity could be discovered. No! Вот так людям и верят. Они тебе еще и мочат, знаете. Нету адмирала. Был адмирал, адмирала нет. И музыка из Far Cry. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Прам-пам-пам-пам-пам-пам. Только не говорите, что мы его убили. Help me. Help you? The scum who murdered our buddies? I gave the orders, but the information came from one of your own. Из ваших, один предатель. Who? Tell me. Так он же не знает, или знает. Please. I said I wouldn't kill you. I didn't say anything about helping you. Да, да, да. Получил. The traitor! He's escaping! А чё толку? Он улетел на вертолёте. Helm, you're driving. В смысле? В
смысле за рулем? Объясните, пожалуйста, в смысле, в каком плане за рулем? Подожди-ка. А чё так троит всё реально? А почему у меня всё троит? Вопрос. Да. Ладно, в этом я разберусь уже в другой раз. Мы на этом остановимся. А всем спасибо за внимание. С вами был Казуку Фэмили. Всем до новых встреч, ребятушки. Всем, в общем, спасибо. Я выйду. И все нормализовалось. Зашибись. Я не знаю, может и на этом уровне какие-то глюки. Но всем до скорого. С вами был Казуку Фэмили. Спасибо за лайки, за репосты. Приглашайте друзей. Не забывайте про колокольчик. А всем до скорого. Всем пока, дружочек. Пока-пока.